Добрый день! Предлагаем посмотреть текстиль Германии. Подробная информация в ссылке под описанием. Домашний текстиль. Итак, вот идет такая декоративная подушечка, интересная. Внутри наполнитель, шарики мелкие. Вот такая подушка, воротник. Смотрите, она даже здесь есть, у нее молния. Так, вот она. Можно снять. Верхний чехольчик, если запачкался, постирать. Очень плотно, великолепно. Так, вот такая есть у нас наволочка. Она здесь на молнии тоже. Наволочка для подушки, какой-то декоративный, для красоты. Очень мягкая, тепленькая. Есть вот такой у нас пододеяльник. Очень хорошего качества, на молнии. Это лен с хлопком. Просто шикарная. Это все размерчики на полуторную кровать. Вот в таком цвете, посмотрите. Шикарная. Очень прям натуральный хлопок. Великолепная. Тоже на молнии. И вот такой, как фланелевая ткань. Тепленький такой пододеяльник. Мягкий. Тоже на молнии. Шикарного качества. Так, здесь у нас идут комплекты на полуторные кроватки. Так, тоже как фланелевая ткань. Вот она. Двух цветов. Потемнее, посветлее. Так, у нее есть вот такая квадратная большая наволочка. И есть вот такая узенькая. Посмотрите. Так, вот в таком цвете тоже фланелевая ткань. Тепленькая, мягкая. С одной стороны клеточка, с другой стороны просто однотонный цвет, темно-синий. И наволочка. Наволочка квадратная. Вот такая. Так, вот такой комплект. Пододеяльник. Смотрите, яркий какой. Какие-то джунгли, видимо, здесь. И вот такая наволочка, квадратная, большая. С другой стороны просто однотонный цвет. Это у нас хлопок. Вот такой комплект, посмотрите. Шикарный, великолепный. Так, их здесь даже два комплекта. Вот тоже на большую подушку. И пододеяльник, и наволочки, они все с молниями идут. Так, и вот такой же, по-моему, да, они одинаковые. Это бамбуковая ткань, великолепная. Так, еще фланелевый комплект, тепленький, идеальный. Так, вот такой, очень мягкий ткань, как, не знаю, как правильно описать. Да, если только мелкая-мелкая, как фланелевая тоже, тепленькая, приятная к телу. Вот такая наволочка на квадратную подушку. Тоже с одной стороны она просто однотонная, с другой вот такой орнамент с цветочками. Вот такой есть комплект. Нежный цвет. Аня, соберешь мешок? Аня. Вот такой. Я думаю, на квадратную подушку. Так, в таком цвете, смотрите. Тоже с одной стороны однотонная, с другой с орнаментом. И здесь у нас идет на квадратную подушку наволочка. Вот такой комплект. Это ткань. Ой, как бы объяснить правильно. Такая мягкая, приятная. Что-то между... Ой, не знаю, как объяснить ткань правильно. Полосочки, с другой стороны просто однотонные белые. Это все на полуторную кровать. Вот такой комплект. Очень гладкая ткань. Как с бамбуком.
двухстороннюю на. Двухцветную, точнее. И вот такая великолепная наволочка с пододеяльником. Шикарное качество. Это хлопок. Изумительная ткань. Изумительное качество. Так. У нас есть в этом лоте еще отдельно наволочки. Посмотрите, вот совсем на узенькую подушку из фланелевой ткани. Вот такая квадратная. Так. Вот легкая такая, легкая очень. Тянется неплохо. Они все идут на молниях. На узенькую подушку. И это такая на узенькую. Так. Вот на квадратную большую. Прям очень на большие квадратные подушки. Посмотрите. Наволочки. Это вот как я уже показывала в комплекте. Великолепные горошины. Качество у них отменное. Так, посмотрите вот на узкую подушку. И это такая же. Так, еще две точно. Такие же однотонные тоже на узенькие подушки. Так, вот какая-то большая очень. Большая, узкая. Прямоугольная точнее. Так, вот белая. Это у нас хлопок. Вот какая красивая наволочка. И вот, посмотрите. Так, еще в этом лоте как раз вот здесь, смотрите, какая огромная просто подушка. Так, у нее у нее есть молния, то есть можно вверх снять, постирать. Шикарная подушка, огромная, великолепная. Так, и две вот такие подушки, на них как раз подойдут какие-то декоративные наволочки, и будет шикарно смотреться на диване или на кровати. Так, еще у нас есть вот такой плед интересный. Он двусторонний. С одной стороны он как ткань, как спортивный трикотаж, а с внутренней стороны хлопок. Это на полуторную кровать подойдет по размеру. Так, а вот это на матрасник. Он такой теплый, махровый чуть-чуть, такой прямо мягкий. Вот резинки держаться за матрас. Это подойдет на двуспальную кровать, на матрасник. Так, вот на двуспальную кровать просто на резинке. Классное качество. Шикарное. Так, есть две вот такие маленькие простыни. Не знаю, куда они. На маленькие какие-то матрасики подойдут. Может быть, в кроватку куда-то. Или на подушку. Вот они на резинке. Вот это совсем маленькая. Это побольше идет. Вот такие интересные. Так. И есть простынь на полуторную кровать. Тоже на резинке. Великолепное качество. Прям такое плотное. Как лен. И вот так, вот такой расцветки на резинке простынь, тоже на полуторную кровать. И вот эти у нас простыни идут на односпальную. Вот, посмотрите, они на резинках. Качество у них шикарное. Так, вот в таком цвете. Вот в таком цвете. Они все одинаковые, просто разных расцветок. Так. Еще в этом лоте у нас представлен есть вот такая штора. Она одна почему-то. Вот здесь у нее есть такой
проем для гардины. Вот в таком цвете. Это 1,5 на 3 метра. И вот такие две шторы. Легкие такие, лен, хлопок. Просто однотонный. Тоже 1,5 на 3 метра. В этом лоте у нас попались вот такие шикарные авоськи. Смотрите. Обалденные. Вот их много у нас очень. Так, есть еще вот такой вот, органайзер для маленьких полотенец, либо для каких-то бутылечков в ванную. Очень красивый, шикарный. Так. Есть вот такие маленькие, посмотрите, полотенечки. Так. Вот в таком цвете. В таком. И посмотрите, у нас много. Качество у них шикарное. Вот такой органайзер-сумочка. Интересный. Выполнен из ткани, такой, как полотенце. Вот такой есть органайзер, посмотрите, тоже шикарный, красивый. Вот такая сумочка есть, сумочка-мешочек, вот так можно затянуть для каких-либо принадлежностей. И в этом лоте попалась, посмотрите, у нас аптечка. Сумочка такая, и здесь бинты разные, что тут еще у нас есть, какой-то лейкопластырь. Интересный очень набор. Так. Попался вот такой у нас нудик, хорошо тянется. Так, и еще различные полотенца. Вот такое побольше, посмотрите, какое оно прекрасное, шикарное. Вот такое плотное очень. Вот такое большое, великолепное для душа. Смотрите, какое. Оно очень толстое, кстати, не тонкое совсем. Вот такое. Так, смотрите, какое интересное пляжное полотенце. С таким вот бахромой. И оно сворачивается потом вот в такую сумку. Все. И здесь получаются такие лямки. Вот, все у нас. Получилось полотенце в такой сумочке. Великолепно. Так, вот такое интересное полотенце. Оно одевается. Здесь, видимо, на плечи одевается. То есть в него закутываешься полностью. Оно очень большое, очень такое мягкое, хорошее, махровое. И вот такие интересные полотенца. Сейчас я покажу, раскрою, как они выполнены. Вот здесь есть проем для головы, здесь вот как пончо для рук, здесь по бокам пуговицы, но это прям полотенце такое, ткань как полотенце. Вот есть вешалка, повешать его на крючок, чтобы высыхало потом. Вообще очень шикарное, интересное решение. И второе точно такое же. Также в этом лоте у нас представлены вот такие салфетки на стол под приборы. Посмотрите, какие великолепные, очень красивые, вот в таком варианте. Вот такие безумно красивые, посмотрите, с блестящей золотистой нитью идут. Еще есть на кухне у нас вот такие полотенца маленькие, удобные. Так, побольше. Вот какое. Качество у них у всех просто шикарное. И расцветка, и качество. Все безумно на высшем уровне. Есть еще у нас,
смотрите, как салфетка или полотенечко такое хлопковое. Есть вот в таком цвете, смотрите, новогодний. Дорожка на стол. Еще дорожка, посмотрите, какая шикарная. Обалденный у нее орнамент. Так, и две скатерти на стол, на большой стол, где-то 2 на 2 даже, потому что очень большие скатерти. Такая с золотистой нитью. Великолепная. И вот такая скатерть. У нее по краю идет, видите? Золотая каемка. И в этом лоте у нас попалась, как бы это назвать, ну, в общем, подойдет, либо если какие-то идут работы, связанные с грязью, либо для езды на велосипеде, там, какую-то сырую погоду, мокрую, в общем, как-то это вот так одевается. Сюда ноги, все на липучках. Интересная штука. Здесь вот такая резинка тянется, пояс. Подробная информация о лоте в ссылке под описанием. Спасибо за внимание.